стоят. Ждем автобуса. Наш сосед привез нас и оставил вот на остановке, чтобы мы не возили с машиной. Вот, и мы ждем автобуса. Сейчас сядем в автобус и поедем. Время 7:30 вечера. В Майами где-то рано утром. Мы решили поехать в этот раз в Майами. Вообще думать не гадала, что мы поедем в Майами. Конечно, я хотела бы там побывать, но... Вот, так получилось. В общем, едет наш автобус. До новых встреч с вами. У нас, кстати, еще лето не наступило. В Калифорнии лето наступает в конце августа. В общем, когда везде лето кончается, у нас только наступает лето. Вот. Так что очень холодно. Вот. Я вот так вот одета. И вы знаете, мне кажется, я легко оделась. Потому что в самолетах всегда прохладно, вы знаете. А я еще не доехала до самолета, уже мерзну. Ладно. Всем пока-пока. Проезжаем через мост. Смотрите, настолько густой туман, что вообще ничего не видно. И это самый разгар сезона. В середине июля у нас вот такой вот туман.
Let's go, Саля. Всем доброго утра. Мы вышли из отеля. Отель выходит прямо на ocean. Какая жара. 33 градуса жары. Держится уже второй день. Хочу я вам показать, как все это выглядит. В другом отеле. Смотрите, вот этот вот наш отель, где мы остановились. Кругом все они одинаковые.